Четвертая книга Моисея, числа, глава четвертая. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Исчисли сынов Каафовых, из сынов Левия по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех, способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания». Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания — носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения и положат на нее покров из кож синего цвета и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник, и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его, и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его, и возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждою пурпуровою, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Елиазару, сыну Аарона священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания. Поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его. Но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». И сказал Господь Моисею, говоря, «Исчисли и сынов Герсона по семействам их, по родам их. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли их всех, способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать.
по повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их исчислили. От 30 лет и выше до 50 лет исчислили всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания. Брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и столбы двора со всех сторон и подножие их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их, и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работы родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. И исчислили Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их 2750. Это исчислены из родов Каафовых все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены сыны Герсона по родам их и по семействам их от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе, для работ в скинии собрания, и было исчислено по родам их, по семействам их, 2630. Это исчислены из родов сынов Герсона, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню. И исчислены роды сынов Мирариных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скинии собрания. И было исчислено по родам их 3200. Это исчислены из родов сынов Мирариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчисленные все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работы ношения в скинии собрания. И было исчислено их 8580. По повелению Господню, через Моисея определены они, каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею.